Метеорологи раскрасили июнь в желтый. На завтра объявлено очередное предупреждение. В некоторых регионах Синеокой ожидаются сильные дожди и грозы. Для безопасности во время непогоды спасатели советуют выключить электроприборы, закрыть окна, не браться за металлические входные двери. На улице также быть начеку. Тем временем в Сибирь вернулась зима. На юге федерального округа похолодало и выпал снег. Ветки деревьев согнулись под тяжестью покрова. Осадки не прекращаются до сих пор. По западной Украине прошелся смерч с дождем. По словам жителей деревни Абертин, вихрь возник в 4 километрах от населенного пункта над полями и лесополосой. Из-за осадков река Черемош вышла из берегов и затопила дороги. Информации о пострадавших пока нет. Как из ведра. Сегодня ночью на Бобруйск вновь обрушится дождь. К утру осадки прекратятся. Будет облачно с прояснениями. В город заглянет северо-восточный ветер. Временами гость разгонится до 13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 25. В темное время суток остынет до 19 градусов выше нуля. Лилия Шайхова, Бобруйск, 360.